частица твоя, да. Ты собираешь нас бурбони в себя, в себя. Каждый из нас твое достижение, каждый из нас твое достижение, часть твоя, часть твоя. Льется твой дождь, капли твоего дождя, капли твоего дождя. Течет жизнь, течет жизнь. Новая благодать, новая возможность тебя познать, себя познать. Новая сила, новая благодать, новая возможность тебя познать. О, прямо здесь и сейчас, да. Thank you.
дышишь. Целуй землю, о, целуй землю, мы принимаем твою любовь, целуй наше сердце, целуй нас. Мы принимаем твою любовь, целуй наше сердце, целуй нас. Небо дышит на нас, так близко, близко, близко. С неба дышит на нас. С неба. Оставляем свое, чтобы приобрести твое. Оставляем свое, чтобы приобрести твое. Приобрести твое. Знаете, я вижу это как небо, оно на самом деле прямо сейчас открыто. И сейчас новая возможность. Небеса, они просто дышат, знаете, дышат и готовы поцеловать. Это новый поцелуй откровения, это новое единение, новое. Это как предложение неба. Оставишь ли ты свою фамилию или возьмешь фамилию неба? Оставишь ли ты свое расписание или возьмешь расписание неба? Уже не двое, но одно. 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 Уже не твоей жизни, уже есть одна ваша на двоих. Отец. Отец. Мы просто принимаем сейчас небо. Принимаем твою любовь. Оставляем свое, оставляем свое расписание, свое желание, оставляем свое, чтобы принять твое, чтобы принять твою любовь такой, какая она есть, чтобы принять твое расписание, чтобы принять твое движение, чтобы принять новую благодать, когда не двое, но одно. Прошлое осталось в прошлом, прошлое осталось в прошлом, прошлое осталось в прошлом. Новый день зовет, новый день влечет. Знаете, я вижу ангелов, которые те, которые согласились на новый день, они как согласились на новую высоту. И я вижу, как ангелы одевают на них новое снаряжение. Знаете, как застегивают все эти. Я никогда не носила альпинистского снаряжения, но
Вижу, как они начинают один за другим карабины застегивать, как подготавливают к новой высоте. Они, как, знаете, как с боков везде эти карабины ангелы начинают расстегивать. Прошлая высота осталась в прошлом. Сейчас есть новая высота, и для нее есть новое снаряжение. И сейчас это снаряжение прямо с неба от ангелов оно приходит. И сами ангелы заботятся, чтобы это снаряжение было правильно пристегнуто, чтобы все карабины были защелкнуты, чтобы все провода, тросы были протянуты. Он это сам все делает. Сам. Прошлое осталось в прошлом. Прошлое осталось в прошлом. Новая высота ждет тебя. Новая высота ждет тебя. Новая высота ждет тебя, ждет тебя. Новая высота ждет, ждет тебя. Новая высота ждет тебя. Знаете, я вижу, как мы находились как будто как в определенном лагере. Это как, знаете, когда поднимаешься на высоту, то сначала нужно преодолеть одну высоту, потом пожить в этом лагере, чтобы организм адаптировался к этой высоте. И это не кажется таким временем движения, потому что, ну, ты просто живешь на этой высоте, ты привыкаешь к этому воздуху, ты привыкаешь, как функционировать на этой высоте, потому что там все другое. Там сила, которую тебе нужно применить, чтобы что-то поставить или что-то сделать, она совершенно другая. Там все меняется, и к этому надо привыкнуть. Но когда организм адаптируется, то тренер, или, ну, тот, который ведет выше, который впереди нас идет, он говорит: а теперь время, твой организм готов подняться выше. Теперь время. И это начинается новое снаряжение, чтобы подниматься выше. И это будет время как движение, нового движения. Знаете, как иногда сердцу казалось, что слишком долго стоим в этом лагере. Но это было нужное время для того, чтобы адаптироваться, чтобы потом можно было набраться силы идти дальше на эту высоту. Да, новая высота, новая высота, новая высота. И знаете, интересно, что сейчас привлекает мое внимание, что это снаряжение, оно все, я не знаю, как это правильно называется, но то, что карабины, эти веревки, эти, как это называется, вот, и они оранжевого цвета. Ну и внутри, я сначала как не обратила на это внимания, но сейчас я слышу внутри, что оранжевый — это цвет близости. Как есть определенное вот это соединение с новой близостью с ним, новый призыв, новая близость. И эта новая высота будет новой близости с ним, и нового хождения с ним, нового движения с ним. Ну не бойся, что ты долго был в лагере. Это нормально. Это необходимая часть, потому что организм, он нуждается в адаптации. Вы знаете, на высоте, где разряженный воздух, не такой, как на земле, там даже поднять какой-то предмет стоит таких усилий, что вам нужно, ну, что необходима очень сильная, серьезная физическая подготовка. То есть там реально нужно время адаптации. А новой высоте, потом новая высота, опять адаптация. Высота и адаптация. Но сейчас сезон именно поднятия, когда ангелы Божьи предзастегивают эти карабины близости. Эти карабины. Я слышу, как в этих карабинах прописано: «Я с тобой, я Бог твой, тебе нечего бояться». Я вижу, как на них написано, ну, через них, как это прописано, я не знаю как, это не то чтобы буквами, но как они. Я слышу, что это, как они, значит: «Я с тобой, тебе нечего бояться, я Бог твой, я с тобой, тебе нечего бояться, я Бог твой, я укрою тебя в день бедствия, и в день спасения помогу тебе, я спасу тебе. Ибо ты избрал меня прибежищем и сказал, что Господь — убежище мое». О! Это высота, на которой парят орлы, ты будешь видеть это. На этой высоте живут орлы, делают свои гнезда. Та высота, на которую ты идешь, там орлы делают свои гнезда. И там они улетают, вылетают и залетают. Это земля орлов, это высота орлов. И там никто не может их достичь. Это высота орлов.
И я вижу, как ты окажешься на этой высоте и будешь видеть так близко взмах крыльев орла, как если бы он был прямо перед твоим взглядом, и это будет приводить в восторг твое сердце. Я просто слышу это, как если бы передо мной сейчас был такой взмах орла. Этот хлопок по воздуху. И это будет приводить в восторг твое сердце. Новое, 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 новое. Новые закаты, новые рассветы, новая красота. Высота, на которой сердце, оно не может не восхищаться. И оно не может удерживаться. Только одно. Одно в сердце восторг, 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 восторг. Невиданные краски, невиданные краски, невиданная жизнь, невиданная на меньших высотах, невиданная там. Эту красоту жизни нельзя увидеть там, на меньших высотах. Нельзя увидеть там. Ты орел, ты орел, ты орел. Протянуты. И ты можешь просто взять свой карабин, когда ангелы закончат тебя пристегивать, и прицепить к этому тросу. Близость, близость, близость. Я слышу это слово: ничего не можете без меня. 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 Слышу это слово внутри, что я отвечаю, я отвечаю, я отвечаю, я отвечаю. Без тебя не можем ничего. Ты сам инициатор. Ты вложил в нас это желание новых высот. И ты сам проложил тросы и дал нам снаряжение. Ты дал ангелов, ты дал все снабжение, чтобы подниматься выше. Да.
ты паришь в небеса. Счастлив я, когда вижу тебя в облаках, камнем падаешь вниз и к свободе влечешь. Я взлетаю с тобой, мой орел, выше еще. Небеса мой полет, не свобода ли меня всегда? Ты все выше меня влечешь, в облаках. Солнцу правды мгновение ок на белых крылах. Зло меня уже не достать, я парю в небесах. В небеса мой полет, где свобода света. Ты все выше меня влечешь, в облака доброты и тепла. Солнцу правды в мгновение ока на белых крылах. Зло меня уже не достать, я парю в небеса. Мой орел, ты паришь в небеса. Счастлив я, когда вижу тебя в облаках, солнцу правды мгновенье. Зло меня уже не достать, я парю в небесах. Сердце любви, сердце отца, единственно достойная цель моя. Достойная, но оно слетело сюда, почувствовал себя.
кровь. Здесь на кресте жертва святая, рассветая Божья любовь. Сердце любви, сердце Отца, единственно достойная цель моя. Жертва святой крови, жертва Христа, единственная жертва достойная. Достойная, жертва твоя. О,
внимание, единственная, единственная. Достойна, чтобы расточить все. Достойна, чтобы расточить все. Достойна, чтобы расточить все. Расточившая тебя. Yeah.
вижу какие-то страховки и какие-то вещи, которые удерживали нас, и которые пытались влиять на нашу жизнь и говорить, чем нам нужно заниматься и во что вкладывать свои силы или свое время. Они как эти канаты, они как от того, что сердце устремляется туда, оно как начинает, эти канаты начинают, знаете, как когда растягиваешь, начинают одна за другой ниточки просто разрываться. В хлам, как в лохмотья превращаются. А там просто этот звук канатов, который начинает разрываться.
стой, так стой, так стой, так стой, бесценный дар. Так стой, так стой, так стой, так стой, так стой, так стой. Все слова пусты, все слова пусты.
Сердце, Бог, как бесконечен ты, как прекрасны твои мечты, непостижимо сердце. Бог, как бесконечен ты, как прекрасны твои мечты, непостижимо сердце. Бог, как бесконечен ты, как прекрасны твои мечты, непостижимо сердце.
держишь все крепко. Высота всех высот.
овладеть твою любовь? Кто может навести твою мышцу? Кто может сдержать твою ревность? Кто может ограничить твою щедрость? Достой, достой, достой. Кто может ограничить твою щедрость? Твою ревность. Кто помешает, если ты решил? Ты высота всех высот, ты широта всех широт, ты глубина всех глубин. Кто может удержать тебя, Бог? Ты высота всех высот, ты широта всех широт, глубина всех глубин. Кто может удержать тебя, Бог? Ты высота всех высот, ты глубина всех глубин, ты широта всех широт. Кто может удержать тебя, Бог? Ты высота всех высот, ты глубина всех глубин, ты широта всех широт. Кто может удержать тебя, Бог? Ты высота всех высот, ты глубина всех глубин, ты широта всех широт. Кто может удержать? Yeah.
земле. Да будет как на небе, так и на земле. Расширяй наше вместилище, Отец, расширяй, чтобы нам принять больше, как на небе, так и на земле. Да будет. Наши сосуды, наши резервуары, наши кладовые расширяй, Отец, чтобы нам принять во всей полноте, чтобы нам принять во всей полноте, чтобы нам принять во всей полноте, как на небе, так и на земле это будет. Ограничения. Без ограничения. Без ограничения. Расширь наши пределы представлений, расширь наши пределы ожиданий, расширь. Время передвинуть крылья, колья, время передвинуть колья наших шатров. Расширяй нас, без ограничения. Время передвинуть колья шатров, без ограничения. Шатров представлений, шатров ожиданий, без ограничения. Расширь наши пределы, Отец, мы согласны раздвинуть колья, согласны раздвинуть колья наших представлений, как на небе, так и на земле. Да будет. Как на небе, так и на земле. Да будет. Отец, как на небе, так и на земле, да будет. Как на небе, так и на земле, да будет. Как на небе, так и на земле, да будет. Будет твоя воля. Как на небе, так и на земле, да будет. Да будет твоя воля. Насущный хлеб этого дня, нового дня, нового дня. Мы ждем, принимаем от тебя, Отец. И мы прощаем всех должников, отпускаем все их долги, как ты отпустил все нам. Не вводи нас в искушение, Отец, но избавь от лукавого, ибо Твое царство, ибо Твоя сила, ибо Твоя слава вовек. Ибо Твое царство, ибо Твоя сила, ибо Твоя слава вовек. Ибо Твое царство, ибо Твоя сила, ибо Твоя слава вовек. Ибо Твое царство, ибо Твоя сила, ибо Твоя слава вовек. Отец, Отец, Ты прямо здесь и прямо сейчас покрываешь нас Твоим благом, Твоим благоволением,
Твоим благоволением. Ибо Твое царство, ибо Твоя сила, ибо Твоя слава, Отец. Ибо Твое царство, ибо Твоя сила, ибо Твоя слава, Отец. Ибо Твоя сила, ибо Твоя слава, ибо Твое царство, Отец. Твое царство, Твоя слава. Thank you.
I'm not afraid.
можно знать, какой ты. Тебя, как если бы море раздвинулось и справа, и слева, и под ногами, и над тобой, он целиком путь. И ты как внутри этого пути, я не знаю, как, насколько это понятно, но я просто как переживаю, что вот это его новое имя, живой путь. Но мы входим во что-то новое и сверхъестественное, где нам необходимо будет узнать его, какой он. Какой он. Знаете, как то, во что мы входим, и то, во что приглашение есть от Него, нам просто необходимо укрепиться каким-то новым познанием Его сердца. Как знаете, что есть материалы, которые на определенной высоте, они могут существовать, а на другой высоте они просто начнут разрушаться, они не выдерживают. И вот есть что-то такое же. Я не знаю, как еще точнее это объяснить, но это что-то такое же, что есть определенные познания, которые на одной высоте, оно прекрасно и хорошо, оно помогало там быть. Но наступает новая высота, где нужны новые материалы, где нужны новые материалы, новая обшивка. Потому что если не будет, то старое слетит. И я вижу просто внутри меня просто как поднимается этот крик духа, что в этом новом дне, в этом новом месте нам просто, знаете, это не просто хорошо, а это жизненно необходимо узнать его по-новому. Старые обшивки будут лететь на этой высоте, на этой скорости, на этом уровне сверхъестественного. Нам нужны новые обшивки, нам нужны новые материалы. Старт. Я слышу внутри себя, что старт. Старт, 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 старт.
следа. Пусть Твои ангелы, они приносят новые материалы для наших кораблей, для наших ракет, для наших космических кораблей, которые призваны летать высоко. Старые материалы, старое познание, оно было прекрасно в том сезоне, но в этом оно может просто сгореть на этой, на новой высоте. И нам нужно больше. Нам нужно больше, Отец. Нам нужно больше. Нам нужно больше. Между нами и тобой. Это между нами и тобой. Никто не может нам дать это, кроме тебя. И мы просто поднимаем наши сердца, поднимаем наши руки, чтобы принять всю полноту. Мы открываем свое сердце, протягиваем руки, чтобы взять эту драгоценную жемчужину, новое познание тебя. Новую жемчужину познания Тебя. Мы опустошаем наши руки, чтобы взять новую жемчужину познания Тебя. Мы просто принимаем, принимаем, принимаем это драгоценное откровение о том, какой Ты. Принимаем это драгоценное откровение, какой Ты. Наша жемчужина.